Ритуал на исцеление. Выжить после операции или в реанимации. Хозяину всех больниц. Найти птичку с птенцами, собаку со щенками или кошку с котятами. Любых животных с детенышами. В крайнем случае смотрите онлайн, но не меньше 1 часа. Это откуп. И скажите, хозяин всех больниц, как мать своих детенышей жалеет, так и меня пожалей. И вытащи из кризиса, выжить помоги. Прошу тебя и заклинаю. И рассказать своими словами, в чем дело. Делать до операции. Если нет выбора, то в любой момент. Можно на близких, если они без сознания. Животные ничем не пострадают, даже наоборот. И лучше их покормить при этом. Вы призываете к себе сострадание, и сами его должны оказать кому-то. Еще лучше пристроить бездомную собаку, хоть в приют, но лучше в добрые руки. Кошку можно, но собака ценнее ценится. У нее связь с человеком больше. Если пристроили, то просить в любом месте, в любое время. И обязательно попытайтесь пристроить после, чтобы вам и вашим близким тоже помогали бы в последующем.